заходите в звезду, центр сведете трэш, там 10 на пулов дадите. И потом уже будем его вешать. Мы пришли сюда циферки показывать. Сразу его ешь. Мирай, иди вперед, крылья на себе сейчас висят. Эй, быстрее заливайте их и в центр вернемся. Че, пошли в центр? Ты горплут не поставил. А, сука, блядь. Чего там? Долго? Или что? Да пизда нахуй. Вайпались на ребре, блять, как бичи, там танки вылетали. Кто танк? Чё? Ну, что-то у него там ванхолик, что ли, забанился, ничего. Ванхолик ребро танчит, без воли мёртвый. Ну, блядь. Да нормально было. Два танка танчили. Потом он просто вылетел, блядь. Сначала он с пула вылетел, думаю, похуй. Технический вайп. Эй, блядь. Ссылка, блядь. Ссылка, есть три босса, блядь. Которые в анфолике хуёво танчатся. Это ребро. Тухлопус. И этот, как его, блядь. И Мурадин, этот полубосс, который на корабле. Чё, Тухлопус тоже физой бьёт? Да. Ну, Мурадин, ну, уже да. Он ощутил. 800. Мирай, крылья. Спасти. Феника, пошли за Уламан. Приключение на полчаса. Это ты сейчас с кем разговариваешь? Ты же Феникс. Ну, конечно, ты ошибся. В смысле? А кто ты? Какой нахуй за Уламан? Ты прикалываешься? Ты просто, понимаешь, устал от ЦЛК, тебе нужна разрядка, как я считаю. А чё вы пошли туда? Еще пачка мелких, блядь. Здесь не заведется. Мне нужно убить, что Синдра или чё, блядь. А Джайн? Джайн, а похуй. Пока что. Я ебал в рот её фрайта. Там её вроде уже понерфили или что-то такое. Ну если типа её... На те цифры понерфили, которые я видел, там что-то на 50% урона, и один хуй ее хуево убивать. Ну там из-за пула хп 174 ляма, посчитай, блин, сколько ДПС надо. Где? Проблема в Берсена. Там вторая фаза очень жесткая. 15 минут, нахуй. Да я помню, ладно, чё уж. Нет. Есть понятие Берса перед, ну, блядь, между фазами. На переходке, да. На куполе на этом ебаном. Там вообще очко на 90 секунд, нахуй. Так это за один круг надо разъебать эту всю эту парашу. Это чтобы если люди... Да, ты водишь хороводы? Кристаллы, да, эти ебаные. За один проход на эту хуя. 90 секунд, ебанись. Я один, да, ладно, все равно. Звучит интересно. Звучит как поебень. От экстемпа. Лид из урона, кто они там? Меня поугарал, если конечно. Если где-то что-то идет не по плану, то это икс там. Плюсик. Не, ну они что, лутанули, что там? Проф, Лана, Синдрилич. И все. Нахуй надо. Мины в натуре, блядь. Нерфанут, нахуй. Потом они же и придут. Они вот сказали, типа, мы все, нахуй. Они нерфанут. Сейчас неделька, две нерфанут один хуй и напишут, вот там еще минус 30%. Эти придут, разъебут. Экзальты даже придут и разъебут Лану. Ой, блядь, Джайна. Стоп. Стойте, пейте. Сейчас я спекнусь. Не трогайте, ничего не пуляйте, блядь. Дай сейчас я спекнусь. Не запульте только петами, блядь. Сейчас я спекнусь. Сука, подамажим нахуй. Вот распечать надо не забыть включить. Сейчас, секунду.
Спекайтесь. Так если ты включишь перед, у тебя больше отмазок не будет, почему-то так мало. Спекайтесь в ДД, там это самое Калют, кто там еще? Пристена там в ШП. Я уже спекнулся. Фелиция тоже спекнись, вот заебись. Отпейте ману немножко. Надо рыбу вам? Давайте рыбу въебем. Или будет эвейт, я хуй знает. Похуй без рыбы, давай. Так, проверка. Сейчас отчет дам. Вы принимайте готовность. Т4 нам. Так, где у меня эта хуйня? А где у меня отчет, блять? Да похуй так погнали. Давай на счет 3. Раз, два, три. Геру. Давай. Геру. Припод забыл нахуй. Понял. Геру. Получается, доп. Я как так быстро высохнул. Получается, смотри, там ДПС какой. Я отдал 16700 нахуй. Это на брусте, нет, конечно. Надо новое правило. Вот это убить, вот этого дракона до первого фера. М? Нихуя. Ты такой элементарь соболезный. Этот. Вообще серый не вредит. Он лагать. Он вылетал что-то. Пока две, блядь. Часа полтора, наверное, кикал, а я решил когда не вешать завтра. Видали? Реслин 27к. Мне кажется, если он повиновение включит на лище, там будет 40к, нахуй, 50к, блядь. Ну, 24, что ли, идет? Да. У нас хутик, хутик ушел. Ой, блядь. Что такое уставший Феникс? Ты откуда? Да нет, все формально. Ну, я же попить могу, нахуй. Какого станет? А чье здесь второй? И Фелиция. Ой. А, Дремич написал, что его не будет, то мне придется танчить. Давай, патер мне. А ты на ком? Мы прохиливаем. О, в натуре прохилимся, я забыл эту хуйню. А, то есть тучка даже не спасает. Нет, конечно. Вайп. Надо хилить. Ну, я был сейчас, чтобы я ничего не сделал. Все. Ну, получается. Масрез. Заходите. Какой нахуй масрез? Заходите в инс, блять. Вы что, ебанулись? Портал сюда есть. Уже сейчас рыбу поставлю. Ладно. Шкаф живые локи, давайте. Так, третья у меня, заебись. Так. Шкаф что-то не вижу, нихуя. Где шкаф? Сейчас. Нахуй это шкаф? Ну, локос умануть. А, тыкнуть надо, чтобы шкаф появился. Давайте. Ебать. Еще шеем. Еще бы вы от шкафа отходили, то я вместо шкафа по вам попадаю, блядь, мышкой. Все тут. Рыбы есть. Жрите. Так, метки на взлетке вниз, просто ступенек в ряд вставите, а на второй фазе в кружок, когда в сторону скажу. На пул на этого, на чье? Ой. Что, все? Время? Да, все готовы, пошли, запускаем. Спускайтесь. Ну, почему чешуя бьется на демона? Потом как взял. Если нету чешуи, какие две бистрини? Огорода. С огорода, это карта и бутылок. Так а какие? Я что сказал? Карта? Так а ты три перечислил. Так ты две трини всего лишь. Карты и долгоног? Ну. На демон.
Ну, некромантики же они. Стойте там поближе к боссу, сейчас притяжка. Место карты. Понимаю. Блять, портал забыл поставить. Вот такое ощущение, не бьет притяжкой, вот это когда быстро взлетаю. Метки вниз, синие галочки над головой. Я не смотрел, я не смотрел просто как... Ой, ну после пола. Далеко слева по центру. Там же. Глыбы бейте, вот эти правые, ВДД. Стопните центральные. Близко, в локовских порталах, спрячьтесь. И последняя, четвертая, справа близко. Вот эти правые две разбейте, там, алло, ДД-шеры. Чё, ДПС хуйня, что ли? А, это подольше будет сейчас. Сейчас через секунду 2-3 будет притяжка, готовьтесь отбегать. Не стакайте там, разрядите стаки. Отбегаем. Мирай похуй, 11 стаков нахуй. Red Hulk нахуй. Полежи, короче, у тебя ДПС хуйня. Так. Блэкс, короче, на чью ДСС, сейчас когда побежим на взлетке. Спейси после глыб по массе потом дашь, может. Лучше по хилу дай. Ну, у тебя на всякий случай, ты анхолик же. Ничего, так наоборот ли это босс лучше. Все равно физуха бьет, по центру ровно падает. Разъебет тебя на пол. О, Реслин Шема, может быть. Да. Слева близко. Там это самое. Танки, когда меняться будут, рдрушники, колют уже, обратите внимание. Может я прослакаю. А, именно на смене танков, чтобы захиливать их. Так, что там? Ну, с третьей взлетки уже не будет, так что давайте готовимся. Все глыбы в кружок будут. Когда скажу, милики, сразу в локовский портал убегаем. Давайте, притормозите по боссу. Стопните, уберите, сейчас притяжка будет. Долго на нее будет, не надо стопить. Сейчас, секунда. Не, все уже перевели. Ну, в принципе, таймер перезагрузиться должен. Первую в кружок и сразу разбить. Милики уже ушли. Секунда до склепа. Так, вот, сразу меня разбиваем. Танка хильте хорошенько. Сразу разбивать следующее туда же. Да, в принципе, да, будет притяжка. Давайте в кружок. И не бейте. Спейси, спейси, спейси. Подбивайте потихоньку там до 30%. Все. После притяжки разбиваем, следующую тоже в кружок и сразу разбить. Анна. Давай в кружок и сразу разбиваем. Последние милики подамажите немножко. Спожденка ебаная. А как еще сейчас? СС был? Да. Нет? Ну, Black Zack нахуй, я ж просил тебя. В кружок и сразу разбить. Давай, ресы. Я же говорил, вата, блядь. Милики, уйдите. Две склепа играем. Два склепа вот этих. Следующий в кружок и сразу разбить. Уйдите, милики. Потом будет следующее. Будет притяжка, и потом уже будем добивать.
Вот последний в кружок. Заходите его. Считайте. Не бить этот склеп, и будет притяжка. С танка хилим, только стоим ровно за склепом, чтобы вас не притянуло. Потом добьем босса. Не, нет, не дурите там. Все, все остальные в сторону. Я выбегаю. Захиливайте их там, дайте зубы там, хуй знает, незыбки, всю хуйню отдайте там 3 ляма. На освобожденку сейчас похуй же. Похуй вообще. Угу. 2 ляма добивайте. Сервей отойди. Ух ты. Опачки. Металлик упал? Не понял. Ебаная табличка это нахуй, ебаная сука. Охуенно оделся. Ну, типа, вообще нет никакого шмота? Так. А, не, выпал. Талик. Так, Сталик, кстати, охуенный. Говно, это Талик. Бис. Да какой нахуй бис-то? Дерьмо ебаное, не тринкет. А что лучше? Что лучше? Все лучше, что? Нахуй. Любая островная трини лучше, блядь. Сейчас обратно полетит. Так, Вальку не типа, сбудьте. Я его ношу только из-за того, что он крид дает. Сука, блядь, кто щука, спулит Вальку нахуй? Че, спулит? Сейчас в одного танка? Или в два? Все, завиводился, отойдите, сейчас другая Валька сагрится, вы стоите рядом. Сука, калечи ебучие, нахуя вы агрите Вальку? Да. Минуса пора давать за эту хуйню. Давайте убьем. Алют. Давайте забьем уже. Сколько вас там человек? 15 есть? Хватит. Бейте Вальку нахуй. Блять, походу надо после сурка их сразу бить с вами, потому что это неисправимая хуйня, блять. Вы их всегда, сука, после синдри агрите. Салют, ты такой салют? Салют, блядь, щука, нахуй. Минуса вам охота въебать за эту хуйню. Вы как, блядь, без монитора играете, что ли? Я не знаю, нахуй, давай. Давай. По звуку ориентируется. Я в пизду, нахуй, это один танк, нахуй, его сложит еще, блядь. В пизду, пускай два будет, нахуй, хоть стаунтит лича будет шанс какой-то. Давай, Фелиция, до конца отрабатывай колбу свою. Спокойно пройдем, блядь, без залупы, без всякой. Сейчас там Арислин... Колба упала. Каза дамажит. Ебаните там шкаф. То сейчас она обратно еще полетит, эта курва. Стой, блядь, не беги. Нихуя, блядь, событие. Колба упала, нахуй. Блин, прям... Колба, чё? Ну нахуй. При том, что у меня 5 тысяч, а у Фелиции 9 тысяч, нахуй. И он, блядь, забирает, нахуй, мою колбу, блядь. Правильно. Ну хули, нихуя себе. Прости, друг. На ханта упала, не понимаю. Я на стороне Фелиции. Ну понятно, блядь, что на стороне Фелиции, блядь, хули, я танк хил, блядь. Да ты бомж, нахуй. Я не бомж. Я не бомж. Я не тебе, я понял. Ты тоже бомж. Я бомж? Да, ты бомж. Древко вообще с тобой упадет, чё? Я как демо, смотри, я танка передам нашего, уже считаю достижение. Чё там, Фелиция готов? Всё, блядь, запускаю, пока этот пидор спускается, уже это... Забафаетесь. Мне кажется, основной урон дает питомец, нахуй. Это и так чисто. Да, возможно. Хуя, уже 3-4, откуда ты, блядь? Чё, знаешь, какой фартовый, блядь? Че, а мать, он задонил по-любому. Собрали Карус 2 нрова и все, блядь. Нет, я просто все выглядел как мужчина. А чё, нахуя ханта, блядь? Чё вот не шипе, блядь? Шипе сейчас дамажит. Ой, у меня есть... Нет, я знаю, что Феникс Пит, видишь, чтобы я на ДЦ играл. Нет, это не произойдет. ДЦ, ну хуй знает, сова там какая-нибудь, нахуй. Лок, нахуй. Паладин, блядь. Бесполезный, бесполезный хан. Мне уже вроде рассказывал, что там ДЦ надо. Не-не-не. Энг нужен. Ханстер нужен, да. Порталы как-то криво у вас стоят, блядь. Ладно, похуй. Сука, почти все успел просчитывать. Педрило. Да стой ты, блядь, встаньте все во фрейм, блядь, забери просто шаркаря во фрейм, чтобы не бегать нахуй. Он там прямо рядом с лечом. И диспелить чему нахуй, чтобы не бегать. Можно считать. Что-то я частицу забыл, блядь. Забери. Я здесь спейл, короче, вот на этом мелком у тебя чума.
Подведи его ближе к ширкарю. Не к нам, а к ширкарю. Чтобы на него пошла чума. Ну, пускай так и стоит. Встань все, помните, спал просто, что не надо. Холечка, да, Карухаем пойдем? Я на Гаудрана хожу. Понял. Приеду. Там ближе стойте к жопе лича, не вот тут, где вы стоите в локовских порталах, но... Ну, что он кривит, его в рейд не разворачивай, Фелиция. К жопе лича встаньте, чтобы чума не на вас кидалась, нахуй, а на трэш сразу. Всё, как на... только дыхал выйдет. Заберёшь с меня или сам будешь? Великий, не подходите. Ну, чувак, кстати. Ну, да. Духа заберите. Давай там 6к дпс, давай сферы ебаш. Где там в принципе хантов сколько? 4 штуки, 3 штуки, нихуя себе. А нет, 2 штуки. Это 3 увидел. А так ты справишься с сферой? Там 23 тысячи хп. Бля, я... Меня пет убьет, на, не переживай. Как у тебя пета-то хоть зовут? Пиздец, взяли пета, мы его уронили, блять. Войт нахуй, я тебя понял, блядь. Че, частицу надо было на него давать? Я Макрос забыл написать, блядь. Как у тебя там ник такой смешной у пета был, блядь? Пипкин, нахуй. Пипкин. Блядь, сейчас опять сдохнет, нахуй. Иди сюда, уебище, блядь. Это крыдрушник. Ты не управляешь, просто тенец. Пристене, вон, пристена шаришь, ты хпс накручивает, и молитва исцеления, или что там. По пати. Не боли. Перку пейте. Ну, типа петов захиливает. Как же заебался уже щелтовать. Геру? Да, давайте. Гера когда? Когда? У меня никогда. Ну, заебись. Правильно, Гера. Блядь, у вагонов, которые сдохли, у тех никогда не. Меня схватили нахуй, давайте танк там не проебить. Разбивайте быстрее валик. Осквернение 5 секунд, разбегитесь из подвала к милике. 2 секунды осквернения. Так, не сдушь нахуй, давай. Сейчас вальки одновременно с лечом, блять, с осквернением. На полукруг вставайте уже. Осквернение 5 секунд. Милики, уже выходите из центра. Выходите, выходите. Сейчас ардру у него будет друзья. Не, печеньки пизда, но. Я считаю, там без вариантов. Живи! Он же... А все скинул. Ну и почему? Печенька-то, блядь, вон, легко добить. Сейчас Асус сдохнет. Блядь, заражение не похилили, блядь. Что хорош, блядь, могу... Красиво, красиво улетел. Стерва, давай этого, резай. Сову. Ты, блядь, Асус-то уронил, блядь, вагон. Ох, нормально. Заебись. Ну, он далеко просто был. Вот возле лича собирайтесь, валик. Вам лича бить и переводить нахуй. Кстати, уже фаза пошла. Давай ты 4. Когда? Даю массакру. Фелиция тоже давай. Это вот 5 хилов, что ли? Угу. Не, колют вали меня. Мы в 4. Всё, огонь. Серва, чё, не успел резнуть сову? Будет, чё будет? Сверки бить кто-то будет, блядь? Кто-то Хан. Будет. У ханты есть щука, работаем, нахуй. Приём. Ромбик поставил на тебя. Треугольник, точнее. Мы работаем. Заебись бы сверки, блядь, чё-то. Бентли, ты сегодня ворчишь пизда, нахуй. Просто каждую минуту. Сверки хуёво, то хуёво, это хуёво. Она уже подошла, у него по фул хп. Он душнил просто. Можешь что-нибудь нажать там моментально, какой-нибудь выброс лавы там, блядь. Две сферки разъёбывайте, и вон еще третья летит. Я это и делаю. Видишь, спас рейд получается. Ну, забери доп. Доп ЕП тебе можно дать. Сейчас, короче, будет... забирать челик. Так я, брат, собаку там вызовет.
Все, на противоположную, бежим, духа добейте. Искоренение 5 секунд. Не налейте. Под рейтер немножко раньше набейте. Позитрон словишь духа? Окей. Прячьтесь. Так. Я поймаю. Я заславлю. А козябры, я смотрю, ловят, нихуя. Хорош. Я вышел из комнаты. Рэл сдал команду, мне словить, я пошел. Не Рэл. Я думал, ты пошутил, бля. А если Рэл тебе даст команду, воскренет 3 секунды, спрыгает с обрыва, спрыгнешь? Конечно, если Феникс скажет, я сделаю все. Я понял. Батя там вокруг лужи бегает. Смотри, Козик показывай один раз. Давай хлопай, Фелиция, я тебя хилю. Смотри, оп. Смотри, оп. Са. Все, хватит. О, ебать, сейчас не прохилим. Успели. Стерва, залей Масси, у Масси что-то мана села. У тебя дохуя, блять, не хилишь, наверное, нихуя. Залей Масси, Индер. И, типа, говорил на второй фазе резнуть стерви сову. Похуй, решил не резать, да? Ладно, уже похуй, 5%. Бля. Красава, лучше пить. Ебать, от жизни в комнату кинул, охуеть. А чё? А духи умеют критовать, нахуй? Я тут, блядь, это первый раз вижу, нахуй. Хуй знает. Стойте на месте, добиваем. Искоренение вынесите. Ну да. Их, оказывается, критический урон есть. Может, не крит, может, это краш. Краш? Слышите, ребят? Всё, one shot, come shot. А это не та же хуйня, краш. Нихуя, мне тут диван дал. Слышите, ребят? Две клятвы, две руки. Кто-нибудь знал, что у духов есть критический урон? Не. Тебя просто шотнул, а шот ты. Нет. Да какой шотнул? Ну вот смотри. Вот эти сейчас просто для примера. У меня все тоже крит. Имеют, вот, смерть. Так, он не критует. О. Смотри. Там крит прилетел. Я там исповедь дал и бас с критом хуярит. Ну мы все знаем, что админы Сируса. Ну что, ну вот так вот. Ну короче, там пидорас. Этот самый. Кто там, блять? Блэкс, нахуй, тебе еще минус 350, там шмота забирал, блять, в долг, блять. Феникс, наколдуй мне фалик, бля, и подпоса. Арпус, что ли? Талик, нет, давайте разрулим. Талик, рольч, ну и пешти, в смысле. О, бля. Так, у меня тут, блять, 5 боешек и 2 ДС, нахуй. Какую там ячейку ожить, я никогда не складывал. Какая разница, за мейн-спек, на мейн-спек шмотка, блядь, 500 ЕП, нахуй, минимальная ставка, но в сотка. Это правило для обычаев, для всего. Слышишь, Кирилл, в какую там ячейку эту всю хуйню ложить, там, БЕшки, ДСы? В любую? Ложи там, да в любую, нахуй, только не в первую, третью, там, в шестую, в пятую, где-то место. Чё там, 2К, что ли, Наталья, чё не могу вкурить? Барбарос 2К. Все, что ли? Чё меня не резало? Чё, пиздец? Бля, ну и говно. Феникс, ты хуй его колдуешь? Давай обмен. Ну он тебе крис выпал, нахуй, бисовый, блядь. Хуя. Да, все послушали просто, что Феникс сказал, что он на говно, и все решили. Ну раз говно, значит, не будем рубить. Так, Талик, Барбарос. А так, в актуалке это бис 3 не считается. Козик, кинешь треть, я дам тебе файлик. Чешуя и талик. Файлик. Че это, на распыл что ли все? О, нихуя. Пристену, да? Угу. Или что, или призану это дать, да? На ханта. Призану. Нахуй. Позитрон. Сегодня собрал себе шмоток, нахуй, на разные чарки. Охуенно. Вот эта хуйня надо кому-то. Феникс, твоя традиция, скидывать мне всякое говно жива. А хули, мы всегда вагоном всякое говно скидываем. 500, 600, нихуя себе. Аркус носовую, я понял.
Че, в РС-ку идем сейчас? Конечно. Грук вот. Не найден, блядь. Там чешку себе заберешь. Пистя, не, на... бота нужна. Чешку мне не дадут, я бот хочу. Че там, блядь? Бот и чешку заберешь. Никому не че, надо. Че, это все 600 маг, да? Кто там? Голфин какой-то. Четвертой пати. Идите в РС-ку, ставьте шкаф там. Покурите 5 минут, короче. Блин, вот смотри, пока тебе рекорд дали, заходишь на YouTube, пишешь. Рубиновое святилище, 25 игроков. И смотришь, что там вообще происходит. Ты кому? Ну, на Вельмаг пишет. А. Так, Колфин, можно мне уйти? Я уже писал, повторюсь. Хреново себя чувствую, сюда иди. Серега, пойдешь в РСК? Я, наверное, пойду это самое, блядь. Хуй знает, блядь, зайду друидом. Никто не спиздит же там мои кожаные запы, блядь. Я их сворую. Говорят, на ханта бисная. Сколько у тебя там ИП, блядь? 9000 нахуй, нихуя не сворую. А я не буду забирать. Не парься. Я так и заберу. Кому там Орелла скинуть может? Кирилл, ты тут на локе будешь? Ну да. Я тебе скину. Вон Серега зашел, кидайте его быстрее. Друидом зайду. Короче, покурить.